Курс на экспорт. В Архызе сегодня стартовало межрегиональное совещание по внедрению регионального экспортного стандарта 2.0. Это своеобразная методичка, которая содержит различные практические инструменты и должна помочь регионам наращивать объемы экспорта. В совещании принимают участие министры экономического развития регионов Северного Кавказа, федеральные эксперты и руководители профильных структур. Они обсуждают развитие экспортной деятельности, меры господдержки малого и среднего бизнеса. А параллельно на другой площадке представители региональных центров поддержки экспорта из 85 субъектов России обмениваются опытом успешных наработок. У нас есть указ президента, в соответствии с которым мы должны за 10 лет увеличить объем несырьевого энергетического экспорта на 70%. Задача непростая, но мы планируем с ней справиться. Российский экспортный центр разработал региональный экспортный стандарт. Это набор инструментов, позволяющих каждому региону создать такую экосистему в субъекте, чтобы компаниям было комфортно экспортировать, чтобы снять все их нюансы, проблемы, риски. И, собственно, мы сейчас его внедряем. В этом году 40 регионов должны внедрить. В следующем году оставшиеся, как там получается, 40-45. Большинство субъектов Северо-Кавказского федерального округа внедряются с следующего года, но готовиться нужно уже сейчас.